Вы заебали тут уже, блядь, весь всю Марину нахуй своей эвакуацией, ебаный. Ну, слушай, вот под этой машиной асфальт. Домой, бля, машину тащи на балкон. А вы чего матом-то ругаетесь? Тут дети стоят вообще. Ну, бля, раз снимаете вот матом, а что еще? На пятнашку не хочешь уехать, не? Угрожаю чего хочу? Конечно. Угрожаю привлечением к административной ответственности. За ругань в общественном месте. А вот мужчина ругается матом в общественном месте. И, видимо, уходит. Уходит. Да, я Павлик, правильно. Уходит от ответственности. Не хотите понести наказание за свои поступки, нет? Куда? Куда идти? Догоните сотрудник полиции. Машинки. Нет? Нет, догнал. А, нет. Догнал. Погоня! Марина, ОВД Марина. Парковочка на тротуаре, прямо рядом с отделом. Пришлось попросить сотрудников навести порядок. Давайте познакомимся. Моя фамилия Глащенко, я еврей комсвода. Вот. Я так кривовато написал. Как я понял, больное наше место, да? Да, у нас здесь пара. Вот у полицейского камера сразу видно. Хороший выбор. Пока приедут у нас с эвакуатора ближайшие, выехал Южный порт, один в Марино и три в Лепорт. У меня вот здесь точка, у меня здесь наезд был, вот здесь вот наезд на Шкода был. Вот. А на женщину с ребенком переходила, и на тротуар наезд совершили. Как раз после этого у меня мои экипажи отрабатывают, у них задача стоит, соответственно, с каждой дневной смены, потому что ночью здесь в основном никого нет, именно с дневной смены заставляют их подъезжать, полчаса они стоят здесь еще с детьми, около школы переводят детей и рассказывают, что нельзя перебегать, потому что очень многие родители с утра как раз водят. Вот. И вот это вот здесь вот был наезд. Вот. Поэтому, в принципе, здесь работают они. Но, а около... опять же, целый день они здесь не постоят, не, правильно, мы все здесь люди. Не, я говорю, мы вот мимо входа. А около Макдональдса не ваша территория? Макдональдс наша. Вот я сегодня там обращение сделал, там тоже по экипажам. Нет, это не грузовик. Не грузовик, там тоже много машин было на тротуаре. Около Газель Альфа-банка, сегодня, знаете. А, Газель там, может, и была, Газель, да? Вот Газель, я и выписывал. Угу. Газель. Потому что я как раз выписал, мне дежурная часть позвонила, сказала. Мы там одну эвакуировали, легковую, да, и Газель стояла еще в этом случае. Только тоже вот эвакуировали, то есть получается нарушитель, эвакуатор и две сплошные. И куда люди? Как объехать нарушение? Ну, здесь уже, надо на самом деле в департамент транспорта разметку писать, здесь много несоответствий есть. На перерве сделали, которую вот полоса, где 40, знак повесили, автобус, когда он паркуется, соответственно, если грузовой транспорт, по шине не проходит с выездом на встречную полосу. Это, как говорится, до первого случая, пока не произойдет. Да. Да. Я смотрю, еще тонировочкой ездит, если водители придут. Тонировочка, да, тонировочка жесткая. Андрей, нет случайно пауэрбанка? Нет? Не разводился, я поставил на заряд. Для вас, в принципе, работает. У нас работает. Все? Предоставим, если что. Если что, да, я тогда сейчас что. Потому что очень часто они срываются. Именно вот здесь. Это любимое их место. Мы в суд можем прийти. Вот это, кстати, здесь постоянно машина паркуется. Вот это. Пилот одели. Белое это самое? Алексей Вячеславович, я вас понял. Значит, смотрите, если они отказываются давать эвакуатор, пусть тогда фамилию техника запишите и все. Вот. Если они отказываются эвакуатор. Вот. Фамилию техника мне, мне тогда, да, пришлите по WhatsApp фамилию техника, а сейчас пустой митинг тогда своих эвакуаторов. А в чем проблема? Почему они не могут дать? Что за официальный запрос? ГАИ официальный запрос, мы заявку делаем. Мадия испугалась блогера. Сказала, что эвакуаторов других мы не будем задействовать. Только вот эти, как? Которые в Марино. Как? В итоге, как вопрос стал об отказе, сказали, что сейчас пришлем, ладно. Перемещение поставим, пришлем. Ну, почему все так тяжело и долго? Не знаю, все стесняются, да. У нас, я не знаю, у нас почему-то все боятся от камеры. Наоборот, я даже вот сегодня остановил пешехода. Вот мы не согласен. Вот не согласен, что он перебегал и все. Вот не хочу, не дам я паспорт и все.
Он говорит другу, вот снимай, гаишники у меня паспорт требуют. Я говорю, все правильно. Я говорю, вот, я говорю, вы правильно, что снимаете? Вы мне доказательную базу собираете, что все законно. У меня сел. Да. А у меня как раз, он как раз последние уже слова, когда он уже паспорт передает, уже расписывается в протоколе, и у меня как раз садится, и я говорю, слушайте, вам надо было 2 минуты подождать, я говорю, сел бы, уже все, уже, ну что делать, уже только понятых останавливаю. Ну он уже как у меня, вон, пауэрбанк. А у меня сел и пауэрбанк. А, и пауэрбанк сел. На две смены, и все, как говорится. Сколько же он держится, получается? С пауэрбанком получается ровно 14 часов. Ну у меня где-то так это. Ну вот, да, то есть как бы, ну неважно, начальник, не начальник, тут... Как говорится, для всех все единое. Если нету места, ну почему, смысл какой? Простая, вот мы сейчас заезжали, сколько там мест в отделе, правильно? Места есть свободные. Они же по службе приехали на личных машинах, правильно? Пусть ставят, в чем проблема? Пусть заезжают. Если, не знаю, говорится... в чем проблема пускать посетителей сюда в суд, на парковку, если она там пустая. Это вот, ну, просто постоянно. Суд везде, да. Вот, а там приставы, я не знаю, просто кто за парковку там судит. Нет. Приставы, наверное, отвечают, да? А парковка, она все равно для посетителей. Она понятно, там же шлагбаум. Да, да. Там, они нет, его там не открывают. В Люблинском, да, просто цепочка. Доступна, а, цепочка, да. Да, там даже. Я просто помню, был шлагбаум раньше. Но это было давно. Нет, там ворота и просто цепочка с 6 мест или там 8 для посетителей, остальная пустая парковка. Вот Щербинский суд, да, там вообще, то есть все ставят возле мойки, а огромная парковка на территории суда только для работников суда. Да. А мы выпарили, я как раз был по эвакуации, машину в Ровске вот здесь нашел. И эвакуировал, эвакуировал отсюда с инвалидного места около поликлиники, вот, таксиста, вот, и значит эвакуатор подбегает этот парень дерганный, значит смотрит телефон таксиста, набирает, говорит, так, я с канала движения, значит, здесь все, здесь сейчас будет, тра-та-та, в итоге выбегает этот парень, тот ему говорит, спасибо, что позвонил, он говорит, да, вот, так, я здесь с канала движения, я, значит, блогер, значит, здесь все решено у меня. Я говорю, так подождите, я говорю, канал движения вроде наоборот за то, что привлекали нарушителей, я говорю, а вы, получаете, оказываете им содействие, вот. Я говорю, не против никто забрать, я говорю, но человек все равно штраф получит. Ну, он приехал. Вот. Ром, раскрути! Вот, и он, соответственно, такой, я с канал движения. И буквально тут проходит там несколько минут, подъезжает экипаж ППС, говорит, о, говорит, хорошо, что вы, говорит, его остановили, говорит, наверное, перебегал дорогу, я говорю, нет, а что такое? Он говорит, так это, говорит, у нас, говорит, постоянно на него жильцы жалуются, это человек, который в психушке, вот я не знаю, как правильно, они, которые на учете стоят. Ага. Вот. Псих. Ну, он не псих, у него там диагноз какой-то. Сомнение психической полноценности. Ну да, да, какой-то такой парень. Да, да, вот. Я не подъезжаю, говорит, мы как раз его ищем, говорит, он сбежал вот отсюда. А я, то есть, я с такой вот понял, уверен, смотрят, думаю, наверное, да. Где наверное, движение думаю, даже смотрят. Думаю, нифига себе, думаю, с движения какой-то странный человек. Пустил, это сторонний человек, оказывается. Из нашего учреждения, да? Понимаете, что происходит? Эвакуируют машину. Не, ну понятно, а там еще говорили, как это красно. А что с чувствуешь? Человек нарушил, встал на тротуар, все. Вы стоите? Конечно. Вы в YouTube положите? Конечно. Если хотите, можешь чем-нибудь сказать вон на фоне эвакуатора. Что нам сказать? Клип уже? Ну, что-нибудь от себя, короче, у вас. В общем, дорогие ребята, никогда не паркуйтесь так же на тротуарах, иначе вас так же заберут. Огромный штраф. Так что никогда этого больше не делайте. Это плохие люди. Советую. Спасибо, ребятушки. Подписывайтесь на канал на этот. Самый лучший канал. Движение. Спасибо, спасибо. Ставьте лайки. Ну, устами младенца глаголит истина. Вы заебли тут уже, блядь, весь Сюмарину нахуй своей эвакуации, ебаный. Домой хоть, бля, машину тащи на балкон. А вы чего матом-то ругаете? Тут дети а стоят вообще. Чего, бля? Раз снимаете вот нет, матом, нет. А что еще? Собянь, бля. Ну, на 15 суток не хотите уехать, нет? Чего? На пятнашку не хочешь уехать, нет? Угрожаешь? Чего хочу? Конечно.
угрожая привлечением к административной ответственности за ругань в общественном месте. А вот мужчина ругается матом в общественном месте и, видимо, уходит. Да, я Павлик, правильно. Уходит от ответственности. Не хотите понести наказание за свои поступки, нет? Куда идти? Да он тебя провоцирует, мужчина. Не, а что он убегает? Он не мужчина, что ли? Я думаю, что не мужчина. А? Конечно, да. На соблюдение закона провоцирует ушел, человека. Ушел, да. Ну, сбежал, ушел от ответственности. Хочет спровоцировать на неадекватные действия, да? Или как-то а он и так адекватно сейчас вел, да, себя? Он адекватно себя вел сейчас? Ему говорят, дети матом не ругаться. А он продолжает. Это адекватно? Понятно. Ну, не все как бы готовы интеллектуально вести беседу. Вы нам что-нибудь скажете? Не знаю, но может матом не хотите поругаться? Нет. Нет? Ну хорошо. Сказал ребятам, которым потом эти протоколы переписывают, потому что здесь реально асфальт. По-нормальному подошел, сказал, ребят, здесь асфальт. Но тротуар, понимаете? Это место разгрузки и погрузки. Вы разгружаетесь? Обратитесь в управу. А вы разгружаетесь здесь, что ли? Мы постоянно подвозим сюда все. Нет, это машина, пожалуйста. Мы про частную машину говорим. Здесь место разгрузки и погрузки, асфальтированная территория, подъезды, стоянка автомобилей. Кто разгружается, может подъехать, вопрос. Какая разница, это мое место, я плачу за это, аренду здесь. Если здесь не хочет кто-то стоять, то ко мне вопросы, пожалуйста. У вас документы забрали, да? Ну, значит, привлекут вас к ответственности. Ну, лучше, чем эвакуация, да? 1500 со скидкой. Лучше, чем 8, да? Ой, вот вам, видите, прелесть. По красоте. Вот у нас еще полиция приехала. Догонит ли сотрудник полиции машинки? Нет. Не догнал. А нет. Догнал. Погоня! Злодей был схвачен? Хитрый, а? Схвачен был? Вон, а вон там его оформляли. А-а-а. Я ж наоборот, у меня уже здесь второй экипаж поставили. А где тротуар-то? Вот тротуар. Подверг камеры, видишь? Вот вопрос. Проведем как-то по администрации. Подъехать, заехать. Здесь смотрите. Присутствие вас, давайте будет замер. Понятно, да? Да. Салфеточку уже натерли. А. Да не, нормально, удобно. Подойдешь, чтобы видно? Угу. 6%. Понятно, да? Все, с нарушением согласны? Все, 2 минутки составим сейчас. Согласен? А вы как да. Требования выписываете, да, сейчас? Требование будет постановлению прикладывается. Требование. Ага. А если не выполнить 19.3, да? Ну, он не сейчас может, он же в сервисе. Не, ну, сутки 10... есть, да. А, сутки, да? Ну, сутки, конечно. А. 10 дней это на обжалование. А, так и плюс вот? Сутки. Соответственно. Угу. Потому все. Что он может уже завтра, он может не обжаловать, он может завтра устранить. Хорошо. Понял. Вот так вот. А еще 19.3. Вот так вот. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к тому, что машины ставят на тротуарах? Что? То, что машины на тротуарах ставят, как вы относитесь? Ну, плохо, конечно. Плохо? Ну, куда же им деваться? Неудобно ходить, да? Да нет, ну, проходим. Ну, а куда деваться им? Ну, где же они будут ставить-то? Ну, вообще, это правильно, неправильно? Ну, как вам сказать? Ну, для вас, как для пешехода. Как... Да нет, не как для водителя. Не мешает, пусть ставят. Хорошо, спасибо вам. Так, ну что, друзья, подписывайтесь на канал. Движение. И не движение. Поставьте этому видео лайк, нажмите на колокольчик. И оставьте комментарий, что вы думаете по поводу нарушителей, ненарушителей, грамотного сотрудника полиции, тезки моего, тоже Павел зовут его, видите как? Вот. Ну, все, всем удачи, всем пока. Боритесь за свои права. А, забыл. Подпишитесь на Инстаграм и Телеграм-канал наш. Сила движения. Ага. Ну и мой тоже там. Неизвестный канал, в общем. Ссылки будут в описании. Все, всем пока.